Всем привет, дорогие друзья! Сегодня получил такое вот письмо. Данное письмо уже пришло давненько, как бы, но забрал его только сегодня. Вот. Данное письмо с аукциона ВКонтакте. Я выиграл такую вот монетку. Данная монета – это серебро Германской империи, 1/2 марки. 1905 год. Искусственно нанесенная патина на монету. Патина эта будет удаляться, потому что мне она не нравится. Была бы родная патина, да. А так она искусственно нанесенная. Монета тоже в неплохом состоянии. Неплохо сохранилась для своих лет. Вот, также докупил еще монету данного продавца, в данном случае это 5 рублей СССР, и посвящены они городу Таллин. Серия города Олимпийских игр. Данная монета была отчеканена в 1977 году на Ленинградском монетном дворе. Гурт у монеты ребристый, без надписей. Вот такая вот замечательная, красивая монета. Эти монеты я буду перемещать в квадрокапсулу и помещать их в альбо-бокс. Следующая монета – это также города Олимпийских игр. И это у нас город Киев. Ой, Киев, извиняюсь, друзья, это Ленинград. Киев я хотел взять, но пока что отложил. Также монета выпущена была в 1977 году на Ленинградском монетном дворе. Данной монеты номинал 5 рублей. И имеется вот такой вот от времени или от неправильного хранения такой вот косячок на монете. Я смотрел, так как бы, не знаю, постараюсь потом аккуратненько почистить данное место. Вот. Вот такие вот, друзья, три монеты у меня сегодня пришли в посылке. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставим лайки, пишем комментарии. Кто не подписан, подписываемся на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока.